Девчонки, всем привет! Как по названию вы поняли, это видео «Собирайся со мной», вы находитесь у меня в ванной. Свет может меняться, потому что солнышко то заходит, то выходит. Сейчас я буду краситься, потом мы будем с вами выбирать наряд, и в конце я покажу, что получилось в итоге. Полный лук и, естественно, макияж. Макияж будет такой дневной. У меня, кстати, был запросик на дневной макияж. Локоны я буду распускать после макияжа, поэтому не обращайте внимания, я с ними спала. Кожа подготовила, нанесла питательный крем. Дополнительно не буду использовать праймер, так как дневной макияж, и, наверное, буду использовать, наверное, бибишку, скорее всего, не тональное средство. Ну что, поехали. Я использую SPF 20, так как зимой мы тоже защищаем кожу от солнышка. BB-крем, кстати, тут и праймер, наношу на руку для того, чтобы разогрелась. Ну как разогрелась? Приняла, наверное, температуру тела. И распределяю по лицу с помощью пальчиков. Сегодня не использую никаких щеточек. Мне нравится эта бибишка, потому что она для всех типов кожи, и мне она подходит именно зимой, потому что летом она жирновата для меня, а зимой именно в самый раз. Сегодня корректор под глазки использовать не буду. Я возьму также CC-крем, то есть очень легкую текстуру, но очень светлую. Она мне не подошла по тону, потому что она была в коробочке красоты. И использую я ее именно вот в этих целях, то есть под глазки. Распределяю точно так же пальчиком. Это, кстати, Толи Моли. Очень хорошая, мне нравится, и по запаху очень нравится. Но, я же говорю, по цвету не подошло. Вот я нашла применение. Использую как корректор. Потом использую пудру. Она, кстати, мне очень нравится. Это Випера. Она светлая, и я уже, по-моему, говорила. Она мне напоминает рисовую. То есть такая очень легкая она на лице, ее почти не ощущаешь, она хорошо ровно ложится. Использовать буду румяна карамель. Они мне нравятся за естественность. Вот прям очень естественно лежат на щечках, то есть на скулах, на лице. Я набираю продукт и распределяю по скулам. На щечки чуть-чуть нанесу от Color, это LR, такого персикового оттенка, чтобы придать румянец. Буквально чуть-чуть. Беру пушистую кисточку, и есть у меня палетка теней от Flomar, это турецкая фирма. И беру самый легкий, самый светлый. Они, кстати, очень пигментированы. Ну как, они очень ровненько ложатся, не осыпаются. Мне нравятся эти тени. И наношу на все подвижное веко. Беру плоскую кисточку. И с этой же палетки есть такой лиловый. Сейчас он очень актуален. И этот лиловый цвет я наношу на нижнее веко. В последнее время я очень полюбила карандаши от Avon. Они классные, они мягенькие, и что я очень люблю, когда не надо точить, они выкручиваются. Мне очень нравится синий цвет и серый. Использую очень часто в своем макияже. В данный момент буду использовать серый цвет, делать стрелочку. У меня стрелочка есть, просто я ее наведу, потому что тени ее как бы слегка перекрыли. Поэтому использовать буду по верху, саму стрелочку и чуть-чуть по низу. Теперь оформляем брови. Для этого беру палетку Vivien Sabon 61 номер. И здесь есть такой оттенок, он как раз под цвет моих волос. Такой темно-коричневый, вот он. И я набираю на кисточку и распределяю по бровям. Начинаю с серединки брови, ухожу к хвостику и потом к началу.
Ну вот разница. Вроде бы по сути с бровями все в порядке, но слегка все равно надо корректировать. Щеточкой расчесываю и стайлером закрепляю. Стайлер сегодня использую бесцветный, потому что брови и так яркие. Я их специально небрежно зачесала вверх, потому что они все равно чуть-чуть опадут. По поводу стайлера. Стайлер недорогой можно найти в сети магазинах Watsons, Eva, фирма MAC называется, производство Украина. Если вы не из Украины и не хотите заморачиваться с поиском стайлера, то можно взять обычную щеточку, брызнуть на нее лаком для волос и пройтись по бровям. То есть брови закрепятся на целый день и будут выглядеть очень естественно. Ну и последнее время моя любимая, наверное, хитрость, моя фишка. Я очень-очень люблю такой пигмент. Он розовый, как розовый, он вообще перламутровый, слегка с розовинкой. Такой пигмент можно найти, я уже говорила, в принципе, в разных фирмах косметических. Есть и в NYX, есть и в MAC, есть в Лореале, правда, там он жидкий, он тоже такой слегка, можно сказать, с розовинкой. Я наношу на подбровь, вот, и наношу еще вот сюда, вот, чтобы придать лицу такое сияние, свежесть. Мне, в принципе, очень многие говорят, говорят, Тань, вот, там, ты не спишь, я очень часто монтирую видео ночами, синяки под глазами скрываю с помощью косметики, а вот лицу сияние придаю вот с помощью вот этой вот идеальной штучки, то есть этому тинту. Вот такой вот очень легкий повседневный макияж получился, тушь. Тушь придаст глазам выразительности. В принципе, можно использовать тушь, например, ну, какую-то более повседневную. У меня их, в принципе, очень много. Вот эту вот очень люблю от Relash. Она безумно классная, она повседневная, и ресницы выглядят, ну, прям очень естественно. Но так как я не только встречаюсь с девочками, я вечером еще поеду на встречу. Ну, в общем, я хочу, чтобы глаза были более выразительными. Вы видите разницу. То, что есть вот сейчас, и то, что будет после того, как я нанесу тушь. Ну, вот разница. Конечно, она не повседневная, эта тушь, она больше вечерняя, больше такая нарядная, праздничная. С глазами завершили, теперь губы. На самом деле, на губы можно нанести все, что угодно, все, что вам нравится. Любая помада, любой оттенок. У меня в данный момент будет такая, наверное, хитрость, моя же опять. Я использую чуть-чуть, буквально чуть-чуть помады, и сверху блеск для губ. Кстати, блеск для губ вообще потрясающий, его тут очень мало, и я понимаю, что он скоро закончится, но он очень классный. Это Стила. Я первый раз сталкиваюсь. Там мне в коробочке посылка от феи пришла, от Маши. Кстати, Маше надо написать, узнать, где это она купила. Кстати, тут есть сайт, я зайду, посмотрю. Может быть, я в Украине найду. Очень классный блеск для губ. Это для тех, кто очень любит, чтобы было прям очень липкое. Я люблю блески для губ, очень липкие, такие как у L'Oreal. Мне он очень нравится, поэтому в последнее время я пользуюсь только им. Любая помада, сверху идет он, очень нравится. И, кстати, помада от Avon, мне очень нравится флакончик, такой классный. Помада увлажняющая, по цвету очень приятная. Это, кстати, Грейпфрут. И я распределяю ее пальчиком, чтобы, наверное, был такой слегка зацелованный эффект, то есть естественный. Ну и потом блеск для губ. Блеск для губ наношу специально не на все губы, а только на серединку. Таким образом они становятся пухлее. То есть внешний вид, как будто у вас губки такие пухленькие, которые, ну, такие аппетитненькие. Ну, по крайней мере, мне так кажется. Ну, вот так. Вот такой вот получился очень свежий дневной макияж. Сейчас я распущу свои локоны и будем с вами выбирать наряд. По наряду. Хочу, конечно же, одеть новую юбку. Я буквально недавно ее купила, 2 дня назад. Это размер 34. 36 на меня стал большой, представьте.
похудела. Стоила она 600 гривен, и купила я ее со скидкой 400 гривен. Бархат. Это не настоящий бархат, она бы не стоила 400 гривен. У меня есть платье бархатное, и, в принципе, материал отличается. Но так визуально особо не видно. Это плиссе, длина миди, и я хочу сегодня ее надеть. Но я планировала эту юбку использовать с чем-то сверху более сложным, может быть, даже использовать многослойность. Но так как по времени, время, оказывается, у меня поджимает, я опаздываю. Я взяла гольф, это беспроигрышный вариант. Я сейчас буду его гладить с помощью ручного отпаривателя. У меня есть этот Philips, очень удобная штука. Вот, сейчас я быстренько поглажу. Теплые колготки черного цвета и сапоги или ботинки. И образ очень простой, но такой лаконичный и трендовый. Мне нравится.